Москва, 22 июня, РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 2 случая нарушения режима прекращения огня, Турция – ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 2 случая стрельбы в провинциях Латакия, 1, Алеппо, 1. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано, говорится в документе на сайте Минобороны. Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел 2 гуманитарных акции. В населенном пункте Шейх Ахмед провинции Алеппо нуждающиеся получили 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Марата провинции Дейр-эз-Зор передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 275 человек. В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Буведа-эс-Сагира провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, возросло до 2517. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось – 234. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».